Война – самая беспощадная и безжалостная из того, что происходило с людьми. Годы Великой Отечественной войны нанесли урон по всем жизненным сферам человечества. Однако умственный потенциал народа помогал мужественно бороться и не сдаваться, ведь в особенно трудные времена российские ученые открыли миру выдающиеся творения. Имя ученого Казанского университета Евгения Завойского вошло в историю науки благодаря открытому им в 1944 году явлению электронного парамагнитного резонанса, а также блестящим работам в области ядерной физики. 1933-1947 годы Евгений Константинович заведовал кафедрой экспериментальной физики Казанского университета, а уже в 1941 начал исследовать парамагнитную релаксацию. Это открытие Завойского, оно происходило во время войны, и тем не менее, уже тогда было воспринято известными людьми, и стало ясно, что это один из самых чувствительных методов исследования структуры и процессов на микроскопическом уровне в твердых телах. В годы Великой Отечественной войны советский физик-экспериментатор, выпускник Казанского университета Евгений Завойский внес неоценимый вклад в развитие родного университета и науку в целом. Карина Саяхова, Универньюз.